17 лет при районном доме культуры «Дружба» работает уникальный детский ансамбль «Живоронки». Этот коллектив сформировался в свое время как группа «Спутник» основного взрослого народного фольклорного коллектива «Вольница». Дети, которые вот приходят сюда, они, как бы сказать, на вырост у нас. Растут, а потом переходят в старшую группу уже, в основную группу ансамбля «Вольницу». Сейчас в «Живоронках» занимаются 22 ребенка в возрасте от 3 до 10 лет. Фольклорный уклон коллектива говорит об особом отношении к сохранению и возрождению народной культуры. Поэтому здесь не просто ставят исполнителям голоса и учат их держаться на сцене, но и системно погружают солистов в атмосферу народных игр, песен, передают житейскую мудрость. Народные песни, они вообще душу раскрывают, это самое главное. И то, что Мария Николаевна человек такой, она привлекает к себе людей своим позитивом, задором, своим добротой своей, душевностью. Само же название «Живоронки» указывает на значение «первые», как появляются на наших улицах и сами одноименные птахи каждую весну. Под старинные заклички на сцене эти малыши, как их ровесники пару веков назад, катают колесо солнца, рассказывают о добре, надежде и вере.